Друзья, 1 декабря, 10:30 вечера, я по улице 25 метров гуляю. Прогулочка большая, кстати, выйдет дня через 3 примерно, где побольше вам расскажу и покажу, как начинался первый день зимы. Стал так, чтобы парами освещалось, чтобы вы увидели, какой дождь идет сейчас. Пошел наконец. Ну, нельзя сказать, что прям совсем сильный, но такой нормальный. Я под зонтиком. И температура воздуха плюс 18, что теплее гораздо, чем было много вечеров и ночей подряд. То есть, в принципе, 1 декабря у нас довольно теплое. Теплый. Вот такая погодка. Дождь был ночью, был, наверное, немножко утром. Большую часть дня солнца не было. Ну, конечно, днем было где-то 22 минимум, даже больше, даже без солнца. Вот сейчас 18, в принципе, очень комфортно. Ну, понятно, что не в футболке, как хотя бы одетым. Людей мало, но есть. Еще полчаса назад очень много гуляющих было по всей первой линии, потому что тепло, заняты были все лавочки, людей просто валом повсюду. Вот такое вот начало зимы в Алании. Всем привет, теплого моря, теплой погоды, кто приезжает в декабре. Хоть глядя на елку, ощутить, что декабрь месяц наступил, а не июнь, не сентябрь. Опа. Я подошел, видите, она меня почувствовала, перестала светиться. Или она показывает лучшие свои огни, а дождь становится все сильнее, однако. С наступающим Новым годом, господа и дамы.